Доброе утро, друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Петер с пучком травы в руке. Как вы правильно догадались, у нас сегодня утренняя разминка. И я решил в очередной раз вам показать, как из обычной травы получаются вот эти самые произведения искусства, которые можно вешать уже на стену. То есть это ничего не стоит. Мы пошли с Собакиным погулять. Вот он там пока свои дела делал. Я наклонялся к каким-то мелким цветочкам, срывал их. Вот, стараюсь, чтобы это было более разнообразное. И сейчас мы с вами произведем такую разминочку и снимем неплохую картинку. Я надеюсь. В итоге удалось создать вот такой букетик из этих самых травушек. Кое-что еще и на клумбе своей хозяйки я прихватил, эти желтые цветочки. Остальное все вот в траве. Ну и я поставил это на черный фон с надеждой, что я собак. С надеждой, что я в этот раз сниму с большими уже отражениями. Уже можно будет не оговариваться, что вот стекла не хватило, а с самого начала все продумать и сфотографировать. Теперь схема фотографии. То есть вы понимаете, что мы ставим основной... Рекс! Вы понимаете, что основной это вот источник света у нас вот этот. И здесь же мы будем светить. Но как, я сейчас вам покажу. И как показала практика съемки, самый лучший эффект свечения, дорогие друзья, достигается вот таким лучом. Видите, он напоминает немножко перевернутое пламя. Что при этом происходит? Освещается вот эта часть более интенсивно, и такое ощущение создается, что свет идет сверху. Но он действительно идет сверху. Вот. А заднюю вот эту часть не надо освещать. Достаточно поставить поближе сюда отражатель. Еще один. И все. И можно снимать. То есть ставим на бесконечность, 1/16 у меня сейчас, и 100 ISO, как всегда. Да? Выключаем свет. Так, настраиваем. Вот так. Вот его достаточно. Вот получили такую картинку, которая почти не требует обработки. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось с вами. Да? Я там много щелкаю, экспериментировал, конечно, мы все брать не будем. Возьмем последнее. Ну, просто для развития, как шел процесс, чтобы вы посмотрели и ошибок моих не повторяли, если такие имеются. Итак, поехали. Открываем и смотрим. Так, здесь была ошибка в том, что, ребят, я не закрыл окна. В солнечном свете, особенно если у вас напротив стоит все. Ну, какое может быть фотографировать? Я воспользовался просто поиздевался, скажем так, немножко. Поиграл там отражениями и так далее. Ну, уж понимаете, что это ерунда. Потом я закрыл окна, но матовый даже. Ну, продолжал отражаться, и поэтому мне пришлось взять свой свитер черный, вывернуть его наизнанку и начать делать. Потом я заметил, что у меня как-то
вернее, я не заметил, как я развернул его, и у меня изменилось это, поэтому мне пришлось тут кое-что добавлять. А свитер у меня был темно-синий, и потому, как видите, темно-синяя, конечно, здесь появилась. И чтобы не мучиться, не убирать эту синеву, я заменил его на более черный свой пуловер. И вот уже началось, уже нормальное, скажем так, превращение такое, да, симпатичное. То есть я сначала я делал так, отражение справа и слева. Но потом я понял, что как бы это, ну, мешает рисунку. Я стал светить только справа, поставив отражатель как можно ближе. И вот это у нас с вами последняя картинка, которая меня вполне устроила. Даже я могу выбирать из вот этого и вот этого. Так, ну-ка. Ну, это слишком откровенно все, без загадки. А вот это хорошо. Вот это вот хорошо. Мы можем, конечно, усилить этот эффект, если возьмем здесь. Подсветим вот так. Уберем экспонер. Так. Потом скажем создать. И сделаем размер маленький. Вот этот я хочу подсветить. И ткнуть здесь. Вот так. Так, немножко. Так, сейчас я уберу это. Для чего? Для того, чтобы убрать экспонер. Здесь как бы добавим чуть-чуть. Вот так сделаем. И все, ребят, больше ничего здесь делать не надо. Все отлично. Резкость замечательная. Ну, что нам еще нужно? Ничего. А, ну, убрать. Это мы сейчас в фотошопе сделаем. Открыть изображение. То есть какие-то попались пылинки, соринки. Мы их сейчас поправим. Сейчас, сейчас. Вот он, да? Мы здесь возьмем инструмент точечно восстанавливающий кисть. И восстановим этой кистью те места, которые нам не нужны. Так. Ну, она такая интересная формочка у нее. Глазончик такой, да? Ну и все. Больше, по-моему, здесь нет никаких проблемных мест. Вот маленькие цветочки. Ну, посмотрите, какие они симпатичные. А это еще что? Это Собакин. Что же это еще может быть, как не Собакин? Ох, он и вымахал последнее время. Матереет. Не по дням, а по часам. Так, сейчас. Ну, такой же дурачок. Если он хочет запрыгнуть куда-то, допустим, в огород, он это делает с места, ну, где-то 1,5 метра берет с места такой жук. Все, дорогие друзья, теперь я надеюсь, вам нравится и отражение, и сам букетик, и сама разминка. Всего доброго, дорогие друзья, пока. Я надеюсь, вы услышали, какой стал хороший звук, или нет. Хочу еще объявить, что это был последний дождливый день вчера. Сегодня начинается солнце. И с завтрашнего дня мы будем фотографировать там различные такие летние. Уже вот я сделал лимонад из этих апельсинов и лимона. Он настоящий, вкусный.
И я хочу поснимать серию лимонадную. Там уже на окне, на двери и так далее. То есть я вас приглашаю со следующего дня, завтрашнего. Мы пойдем туда. А сегодня я там буду перетаскивать, косить траву и так далее. Но это к делу не относится.